Всем привет, ребят! Сейчас мы будем играть в... Сейчас мы будем играть в эту игру. Я знаю, что она популярна, но насколько... Это во-первых. А во-вторых, выбирайте сами, в какую игру мы будем играть дальше, но я присмотрела тут еще вот эту. Сейчас. Разработчик, конечно, другой, но игра... Похоже. Но ничего страшного. Давайте играть. Там. Ой. У меня что-то кнопка не нажимается сейчас. Кажется, скорее всего, это вторая часть или первая. Я не знаю, но... Но она у меня не открывается. Значит, будем в эту. Да, блин, у меня игры не открываются. Сейчас, подождите. Вот, сейчас она у меня открылась. Загружается. Я это обрежу. Тут у нас предлагают. Я нажму. Мы спим. Да, сегодня в Шукоре... Раганда, я должен убедить маму, то что у меня нет температуры. И чтоб я пошел в школу, короче. Это именно так. Так, у нас тут ванна. Даже в моей комнате прям ванна, вентилятор. Привет, мама. А можно мне сегодня пойти в школу? У меня сегодня нет температуры. Нет, у тебя она, скорее всего, есть. Точно, ты уверена? Проверь градуснику. Сок, у тебя еще плохая температура. Иди там. Так, надо убедить маму, то, что у меня нет температуры. О, я знаю, надо открыть все окна. Я не знаю, по что это игра, реально. Не знаю. Но по что-то есть. Это мама. Проверь еще мою температуру. Что? Проверь, пожалуйста, мою температуру, пожалуйста. Потому что у меня нет температуры сейчас. 38. У тебя еще плохая температура. Что же мне опять сделать, чтобы убедить маму? Чтобы я пошел в школу. Понятно. Выключить все светильники. Все светильники надо выключить. Все батареи, все штуки. О, кстати, штуки. Ладно. Так, там еще где-то есть. О, минус 4. Поверь, еще скажи там маме, тут еще. Мам,
Что, сына? Проверь мою температуру. 34. У тебя еще плохая температура. Ну, то есть, еще... что же мне сделать? Что же мне сделать, чтобы выключить все... Понятно. Короче. Мне надо, по-моему... Подождите. Что-то... А, понятно. Выключить все отопление. Мне реально надо выключить все отопление. Все. А, их 4. Так, у мамы, наверное, есть комната. А где еще? Мам, ты видел последний? А, вот. Отправляйся к маме, чтобы она проверяла твою температуру. Мам, проверь мою температуру, пожалуйста. Что? Проверь температуру. 28. У тебя еще плохая температура. Иди ложись там и сделай что-то, чтобы охладиться. Окей. Включу тогда все вентиляторы. Мельница. Не вентилятор, а мельница какая-то. Хотя вентилятор. Привет. Хей, мам. Что опять? Температура или что? Проверь мою температуру. Нет. Ладно, окей. У тебя плохая температура. Иди что-то поделай, пожалуйста. Не мешай мне. Понятно. Что ты хочешь сделать? Хи-хи-хи. Интересно, что это такое на столах лежит? А так, в принципе, потушить. А как вот? А, блин. Проверь мою температуру, мам. Ок. Ты ж не... Понятно? Не буду говорить. 6. У тебя плохая температура. Иди, полежи там, холодный душ прими. Хорошая идея, мам. Или я не так почитала. Вообще, я немножко... Не совсем понимаю. Так. Ну, реально, что ты делаешь? А, кстати... И тут много есть какие-то пасхалки там. А, блин, тут раздеться надо. И принять вот этот душ. Я думала, что делать. О, вот это реально холодно было. Можно было отодеться. Ладно. Окей, мам, проверим мою температуру снова. Нет. Пожалуйста, мам. 0 градусов. О, в твое...
В мои времена у меня была хорошая температура, это минус 2000 или 2 миллиона. Ну. Что это такое? Кактус? Мою температуру хорошо. Минус 5. У тебя еще жар. Что же мне предпринять? Ой, я знаю. Надо включить там все окна, там что-то сделать. О, вот пришло время для этой штучки. А куда мне ее? Подождите, а это что? А, это лед, блин. Это, походу, лед. Да, это лед. У меня просто такая уже штука была. Что сделать? Так, положить ее. Слушай, мама, тебе сама не холодно. Минус 10. Иди, приляжь, отдохни, пускай твоя температура станет еще меньше. Во, понятно. Тут всякие штуки. То есть, получается, это видео будет немного долговатым. Ну, ничего страшного. А в туалет можно сходить, да? Что делать? Ага, понятно. По-моему, надо на улице. А, кстати, что на улице есть? О, привет. Так. Ладно. О, что это за чё? А, пресс-донат. То есть, это разработчик иглы. Игра. О. А могу его как-то... А, поняла. Ой. Ладно. Текстурки. Недоработанные. Так, что ты хочешь? Чтоб ты разговариваешь? Подолбись. Идеально динамит просто. Говорящий динамит. Температура. Минус 200. Мне надо больше холода. Заправь вот этим... Вот это... Вот этим баллоном заправить бассейн. Ну ок. Походу он очень тяжелый. Пим. Пам. Искупаться мне надо. Иди, позови маму. Ой, то есть, иди к маме и... Помей, пожалуйста, мою температуру. Нет. Ну, пожалуйста! Иди, поспи. Надо мне больше холода. Привет. Что тебе надо? Сколько стоит? Ну, вообще стоит миллион, но для тебя бесплатно. Хорошо, мы закажем через экспресс доставку.
Спасибо. Ему нужен явно отдых. Мама, ну проверь, пожалуйста, я ничего не проверяй. Ну, пожалуйста, проверь, сколько вот это температура. -1020. Да, блин, файлы надо удалить. Постоянно эти файлы. Ничего страшного, ребятки. Достаточно. Нет. Потом. А, все понятно. Теперь надо. Теперь надо заказать снег. Пожалуйста, Бог, услышь меня. Сделай снег. То есть он спит. Ты что спишь? Посмел меня потревожить. Сделай, пожалуйста, много снега. Что? Много снега, говорю, сделай. Ладно. Пук. -220. А, то у тебя жар. Ты можешь... Ай, блин, какой же... ты можешь идти. А, нет. Извините, я не так считаю. То есть... Накрой солнце. Мне нужен холод. Мне нужно больше холода! Больше! Больше! А что земля? А, земля, блин, потемнела, я думаю. Теперь темнота. Минус. Ого, блин. О, так ты можешь отправляться. У тебя самая хорошая температура. Да! Арангланда, я иду к тебе. Автобус. Иди. Иди в школу. Я иду в школу. Ну и... О. Хорошая концовка, так ведь? Ну, по крайней мере, ты встретил Арагланда. Ну, круто. Прикольная игра. Ну, ладно, ребятки, всем пока!